Ну что, начнем обзор игр. У меня есть вот такая вот игра Last Day. Только раскачал ее. Сейчас мы ее зайдем. По-моему, я в нее уже играл. Ладно, решим эту проблему. Так. Какие-то ужастики тут. Походу, зомбаков буду пить. Уничтожать зомбаков буду. Так, очень-очень все долго происходит. Может, телефон у меня такой интересный, что все долго происходит. Ладно. Так. Что у нас тут? О, загрузка пошла. Создатели кефира. Кефир создал игру. Бесплатная игра в стадии бета-тестирования. Да. Приняли какие-то правила. Думаю, все будет хорошо. Деньги, надеюсь, не будут меня сливать. Ну, не знаю. Просто в Ютубе любитель смотреть всяких видосики. Фильмы, сериалы там. И выпускать все время рекламу всяких игр. Вот решил поскачивать и попроверять их. Что за вообще игры. Так, сервер. О, сервер один новый. Поехали. Мы надеемся, что вы добровольно согласились уничтожать, сжать зомби во имя спасения человечества. Конечно. Я всегда готов во имя человечества всех спасать. И убивать. Google Play игры через. Поехали. Вообще я люблю в рефер играть. Мне этого хватает. А так скучно иногда бывает. И всякие обзорчики. Ну, мы играть-то будем сегодня, нет? О, играем. Я мужлан. Лысый. С бородой. Цвет волос. О, седой бородатый. О, таким будет. Буду плеер 8049. Ну а что меня хрен кто заметит? Я же негр. Так, в чем прикол игры? Сейчас будем разбираться. Стоит ли его вообще скачивать или нет. Ну. Эй, загрузка. О, у меня даже музыка есть. Обыскивай тайники. А, я в подобное что-то играл. Посмотрим, что есть там. Ну, похоже, здесь такая интересная игра. Все заберем. Кофточку оденем. Это тоже наденем. Так. Тут есть ходьба. О. Какой-то. Могу создать копье. Нужны дрова для копья. То есть, ага. Мы еще и дрова можем собирать, да? И траву собирать. А с деревьями что делать? Требуется травмия. Так. Какое-то здание. О, зомбак. О, зомбаки так себе. Так. Тут, походу, можно создавать. Не взял, но создать там стол. О, мотоцикл. Можно мотоцикл создать. Олени носятся. Зомбаки. Рация, да? Тут у нас что? Маленький ящичек. Опа. Почти рацию собрал. Я думаю, первым делом нам нужна рация. Полюбас. Вышло на ничего. Так, есть бинты. Так, зайдем мы тогда. Где у нас тут рюкзак? О, рюкзак.
Найдем рюкзак. Какое-то письмо. Стоит 10 зомби, 20 зомби. В любом случае. Ага. Построить стену. Что-то нашел. А, это доска. Как стены строить? Также тут можно и денежки вкладывать. Ну, короче, игра. Ничего особенного. Ходишь, убиваешь зомбаков. Мне так кажется, эта игра не для меня. Но я еще могу убивать оленей. В общем, вот такая вот игра. Ходишь, собираешь, убиваешь. Ничего особенного. Ну, может, и зомбаки получше будут. Также можешь создавать всякое барахло ненужное. О! Кукнули оленя. Вот такая вот игра. Игра, если честно, так себе. Ну, можно сам по себе собирать. Ладно, игра. Мне не понравилось. Может, кому не понравилось. Нефиг делать, наверное, дома. Так, а что у нас тут вообще еще имеется? Тут выход какой-то. Ну, выйдем. Лес, по известным причинам, это все любит просто, поэтому густые чаще намного опаснее, чем небольшие лесы. Зайдем, посмотрим, что у нас тут. Глобальная карта входа в мир выходит. Еще и по времени, да? Ходишь, да? Понятно. Это дом. Вот такая вот игра. Всем пока, спасибо за просмотр. Будем дальше. Испытывать следующий день.